Энергодара для занятия атомной энергостанции. Обнаружили один из таких катеров. Это достаточно крупный катер, вооруженный тяжелыми пулеметами, то есть с тяжелым вооружением. Он может создать довольно-таки много бед для береговой линии обороны. Соответственно, мы довели катер вот непосредственно удар ланцета. Ребята, настоящий профессионал, то есть попали ровно в рубку по итогу. И кадр сверху. Противник уничтожен. Да, четкое поражение. То есть катер, конечно, по итогу не затонул, но и нет такой цели. То есть он весь выгорел по итогу. То есть никакой начинки электронной в нем нету.